и Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И придет день, когда мы с ним встретимся, потому что жизнь на этом не заканчивается. Мы живем, умираем, но... А дальше что? Нет, дальше есть жизнь. Но для одних это жизнь вечная, для других нет. Поэтому если есть Иисус, есть жизнь вечная, есть надежда. Пусть Бог благословит вас. Библия есть у вас? Нет. Можно вам дам хотя бы часть? У меня есть, может быть, Евангелие от Иоанна, пожалуйста. Нет, спасибо. А как вы сможете узнать о нем? У меня нету полной Библии с собой на русском языке. Как у вас с английским языком? Шалом. Все хорошо. Да, давайте я вам дам. Вот Евангелие от Иоанна, от Йоханана. Хотя бы часть. У него сзади, сзади. А? Ну вы сказали, что вы верите в Иисуса, правда? Я верю. Давайте я вам помогу.